Так, вот это я вам написал, да, в прошлый раз? Да, сейчас секунду, последний. Это вот, значит, мы ввели такой определитель. Ну, такую величину просто ввели. То есть мы взяли все условия, которые мы хотим, чтобы удовлетворяло наше поле, калибровочные условия. Значит, тета. Тета от А. Вот, и А у нас 1,8, да? И тут, соответственно, 8 условий. Вот. Это 8 уравнений, 8 переменных. Вот мы их можем решить. Мы будем считать, что решение существует единственное. Вот. И проинтегрируем по группе в каждой точке. Вот такие условия под дельта-функцией. И мы с вами показали, что вот это калибровочный вариант. Помните? Да. Или это непонятно там было? Ну, там с какой тета начинать? Ну да, то есть вот тут вот стоит тета, да? То есть это вот тут вот на самом деле стоит тета равная нулю, да? Вот мы вот такую штуку сюда подставляем, интегрируем, чего-то получаем. На самом деле мы могли стартовать не вот с тета равным нулю, а с тета какого-нибудь тета 1, да? И мы показывали, что тогда будет то же самое за счет того, что интегрирование по группе инвариантно. Вот при произведении У. Вот. А что там можно переставлять? Их не переставлять можно, а вот если у вас будет интеграл du тета от x, вот, да, а тут будет стоять же и t от тета, что там, 1 тета, я так писал, ми от x, ну, штриховный, то это будет то же самое, в том смысле, что А это штрих тета, это вот мы скажем, мы к тета штрих должны применить преобразование тета, то есть это будет у тета, тут будет у тета штрих, а вот которое нулевое исходное, вот минус d минус g у тета штрих крест минус d минус g вот это крест, да? Ну, понятно, что это распишу, у меня получится вот это штрих, а минус, значит, а вот тут будет d минус g, вот, и у это штрих крест вот это крест. Ну, это просто произведение, ну, грубо говоря, тут дифференцируется только вот это. Вот. Вот это действует только сюда, а это действует только туда. Поэтому, ну, вот мы будем действовать один раз, это продифференцируем, это останется, второй раз это продифференцируем, это останется, это будет то же самое. Вот. Соответственно, вот эта штука здесь стоит, и силы инвариантности по группе я могу вот это написать как d у тета, тета штрих, ну и это элемент группы все равно, это некое у тета, там два штриха, это тоже два штриха. Вот, и это получится то же самое, что предыдущий, после замены тета два штриха на тета. Вот, и будет вот эта штука калибровочный вариант. Вот. А дальше, что мне с ней хочется сделать? Вот что. Значит, равно интеграл. Вот я заменю переменные. Значит, это будет определитель и т от d. Сейчас вот наоборот. Наоборот. ДУ по ДЖИТ.
ДУ тета ВД же ИТ. Вот так. На дельта от же ИТ. От Х. Ну, не знаю, от Y. Вот. То есть, что я делаю? Вот у это некие функции от x, да, вот этого и вот. Я могу gt тоже некие функции, вообще говоря, от x, если все туда подставить, да. Вот. Поэтому я могу делать замену переменных, перейти к интегрированию по переменным g. У меня получится некий якобиан. Вот. И дельта функция от g. А это, соответственно, что? Это мы должны взять. Вот этот якобиан при g равном нулю, да? Вот, то есть я так и напишу, только я напишу вот так. Обратный якобиан. Дельта g и t по дельта у тетого. При g и t равны нулю. Вот, то есть вот это вот дельта, это вот такой вот определитель. Тут у нас стоит а μtx. Вот, а, ну тета, вообще говоря. Вот. То есть вот эта дельта, это такой определитель, он калиброчный вариант. Очень хорошо. Что нам нужно дальше? Дальше, вот как его вычислить? Так как у нас есть калибровочная инвариантность, мы можем сказать, вот давайте мы выберем так исходную тету, вот эту, что при тета равном нулю у нас как раз удовлетворяются условия, что g и t равно нулю. Вот. То есть вот само вот это а будет удовлетворять нашим условиям, поэтому мы можем, чтобы посчитать вот этот якобиан, использовать инфинитезимальное преобразование по тета. Вот это полное преобразование, да? А я вам писал, что будет, когда тета мало, как его разложить в ряд. Вот. То есть это будет следующее. Это на первой лекции или на второй я писал, что это амю. Вот так вот. Значит, а тетовая а уже, значит, мю от x. Это а мю от x, здрасте, плюс единица на g по c, по c. Вот такая, где d это длинная производная, но она была, вспомните, должна была быть. Вот, и тогда что я могу сказать? Вот я возьму и посчитаю. В частности, я вот вам выведу для лоренцевской калибровки, а с Михаилом Геннадьевичем вы сделаете для еще одной калибровки, и там где-нибудь в домашнем задании или там на экзамене будет третья калибровка. Значит, лоренцевская калибровка, то есть это выбор конкретных же. Вот. Это у нас будет d мю а мю, а равно нулю. Вот такие условия. Вот. Соответственно, если мы вот это вот посмотрим, что такое g и t от этого, вот этого все. Значит, это у нас g. Вот тут вот а меняется от 1 до 8, это все равно, что вот эти вот и, которые я тут писал, да? Вот, то есть у нас 8 уравнений, соответственно, это вот g t от а равняется 0. Вот, значит, у меня будет, если я вот вместо этого а подставлю свое а, у меня будет d мю. По условию, ну вот мы хотим
фиксировать калибровку, да? Вот, теперь мне нужно конкретные житые брать, чтобы какие-то конкретные калибровки смотреть. Вот я говорю, давайте возьмем лоренцовскую калибровку, в которых вот эти житые выглядят вот так. Вот взяли. Теперь будем смотреть, значит, вот сюда я... мне вот этот определитель надо вычислить. Я вот сюда подставлю А. Значит, это А мю. А, Т. Х. Д мю. С. Вот такая вещь, да? Это я подставил. Теперь, если я хочу это продифференцировать по утетовое, ну, при малых тета это мне все равно, что по тета дифференцировать. То есть вот я буду дифференцировать по тета, значит, там, я не знаю, d от y. Вот. Это у меня будет вот такой вот определитель. Вот такой вот определитель. То есть это у меня просто уйдет. У меня останется единица на g. Д мю, а c. Такая матрица. Вот. Вот такая матрица. И хорошо. Теперь. Вот это у меня определитель. Помните фермионный функциональный интеграл? Он равен определителю в числителе, так? Ну, с каким-то множителем. Помните? Или не помните? Ну вот мы считали вот такого типа интеграл. Е в степени альфа с чертой, какая-то матрица альфа. Д альфа с чертой, где-то были Грассманово числа, и он был равен некой константе на определитель М. Помните? Такое. Ну, никто не мешает вот этот определитель обратно развернуть. Вот. Затем, что мы, когда имеем дело с действием, у нас там стоит Е в степени и действие какое-то, да, вот. И мы из него получаем правило Фейман, там еще чего-то. Вот. А как вот это вычислять конкретно, ну, мы не знаем. Ну, хотя мы скоро узнаем, но тем не менее, вот этот определитель можно переписать в экспоненту. Так? Когда вы перепишете в экспоненту, тут будет какая-то матрица стоять, какой-то оператор, да, и будут какие-то поля, вообще говоря, да? Вот как у нас раньше было поле φ там, да, или поле ψ с чертой ψ, вот эти поля были, да? Вот. И по этим полям мы можем строить теорию возмущения и его вычислять. Вот. Вот здесь то же самое и делается. Говорится, ну, давайте вот так напишем. Вот, значит, поля эти называют С и С с чертой, обычно, по крайней мере, у Пескина, они так названы. И тут будет Е в степени интеграл С с чертой А от Х д мю. А c, от x. Я делаю это из вот этого равенства, что для фермион, для антикоммутирующих чисел определитель это результат вычисления вот такого интеграла. Так? У меня это в каждой точке определитель, да, по x. Соответственно, интеграл у меня будет в каждой точке по x. То есть это будет функциональный интеграл. С какой-то константой. Вот. И вот тут я должен написать «и», и люди пишут тут обычно минус. Это влияет как раз на выбор вот этой константы, но она все время будет сокращаться, поэтому нам это не важно. Если мы... Единица на g вот сюда вошла. Вот. То есть это будет влиять на некую нормировку вот этих полей c. Вот, ну их вот выбрали так, ну и хорошо. Вот, итого, мы говорим, что вот этот наш определитель,
мы можем разными манипуляциями переписать в виде функционального интеграла по полям С. Причем С — это Грассмановы поля. Вот эти С и С с чертой отдельно. Сюда. Вот. То есть они антикоммутируют, как фермионы у нас. Но если фермионы — это были спиноры, то вот это какие-то там скалярные поля. Ну, у них есть цветовой индекс, да, там А, Б. Вот. Вот эта матрица с цветовыми индексами, и она тут содержит производные, которые действуют. Вот. Таким образом, помните, вот конечномерный пример, как я вам говорил, что чтобы вот выделить часть без нулевых мод у оператора, мы должны написать там некий определитель перехода и некие дельта-функции, да? Вот. Вот определитель мы с вами фактически вот так вот переписали в виде интеграла по полям. Вот эти вот поля фиктивные такие, которые получились из определителя, называются духи. Фадеева, Попова. Ну, то есть Фадеев и Попов их ввели, так как их нет в теории, они называются духи. И то есть это артефакт от того, что у нас вот нам нужно фиксировать калибровку. Они не встречаются в начальных конечных состояниях, да? Они есть где-то там внутри, в петлях. Вот. Вот так. Хорошо, с этим разобрались, вроде бы. Так, идем дальше. Ну или давайте сразу напишем, вот это распишем, чтобы для дальнейшего. Вот это все, значит, вот это все... Ну вот я его перепишу просто. Вот, значит, D большая производная. Это маленькая производная, то есть это D мю, D мю. Дельта АС. Вот. И тут у нас должно быть что? Так, я вам с плюсом или с минусом определял? С минусом, по-моему. Минус и G. Соответственно, D мю. А мю. От X. И тут вот будет стоять Т, А, С, Б, Б. Вот так. Вот так. Вот это, я могу написать как Ж, Д, мю, А, мю, Б, Ф, А, Б, С с плюсом. То есть я... Ой! У нас было тождество, что Т АБС это и Ф АБС. Да? Вот. То есть это можно написать и так, и так. Вот. Вот это оно туда действует, да? То есть оно и сюда дифференцирует, и сюда дифференцирует. Вот. То есть это напоминает, ну, собственно, это Лагранжан для полей С, да? Вот, обратный оператор к этому оператору, это будет пропагатор этих полей С, да? Вот, вот, это будет вершина, то есть поле С переходит в С' и излучает глюон. Понимаете? Вот мы сейчас это напишем поподробнее. Так, у нас... идет дальше. Вот что.
Константа взаимодействия, она зависит от производства. Какая константа взаимодействия? Вот она. Вот это вот G от А. Да? Вот какой я ее тут напишу, G от А, такие у меня духи и будут. Вот, например, вот это лоренцевская калибровка, планарная калибровка, это μ, некий вектор от балды взятый, да? А μ равно нулю. Вот. Тогда вот здесь вот будет вместо вот этой производной n. Так? Тогда, ну вот здесь будет n вместо производной. Вот здесь будет n на d, да? И пропагатор духов вообще изменится, да? А тут будет n на a, и вершина изменится. Вот. Вот я говорю, у нас встретятся две разных калибровки, еще кроме лоренцевской. Одну из них вы сделаете на семинаре, а одну из них где-нибудь дальше. Вот, то есть духи, это на самом деле фундаментальная вещь, это вот тот определитель. Значит, вот этот определитель, да? Вот, а как вы его будете считать, это уже, так сказать, ваше право. Вот, теперь, вот давайте вернемся к нашему Z-Young-Mills. Я пока фермионы не буду таскать, поскольку мы с глюонами работаем. То есть это только поля Young-Mills, производящий функционал. Z от нуля, который там 0. Вот. Значит, это dμ, там A от X, да? И здесь E в степени и S Young-Mills. Значит, я напоминаю, что действие Young-Mills'а это dx f меню a f меню a, где f, ну помните, да, тензор напряженности. Вот что теперь мы говорим. Давайте мы помножим это на единичку, которая равна, вот я это стер, но у вас должно быть dg от a на интеграл d у тета от x на дельта g и t a тетовая. Да, все. Все. Вот это единица, да? То есть вот я единица на дельта определял как вот этот интеграл, так? Поэтому я просто на вот эту единицу свое z помножу. И напишу эту единицу в таком виде. Вот. Что будет? Значит, будет. E в степени минус от А. Вот, тут стоит дельта G от А. Вот, и вот этот интеграл. Интеграл. Вот. Что мне нужно сделать? Что я хочу сделать? Вот эта штука калибровочно-инвариантна, да? Вот. То есть вот тут я по А интегрирую, по А интегрирую. И на самом деле каждый раз я могу вот эту А выбирать такое же, как у меня вот это. У меня ничего не изменится. Вот. А здесь что у меня? Значит, сейчас. Я даже больше могу сделать. Я ее могу не только такой же, как здесь, выбирать, а я еще могу их все вместе выбирать вот такими, отетовыми. Вот. То есть сделать А одинаковый везде. Вот. То есть я просто перепишу, назвав их отета везде. Thank you.
Вот почему я так могу сделать? Действие у меня калибровочный инвариант. Помните, мы доказывали в самом начале? Поэтому я что А тут пишу, что от это не важно. Это калибровочный инвариант, ну, тоже. А мера, вот это интегрирование, вот опять я стер. Что такое калибровочное преобразование? А у нас переходит в У на А минус и Ж, значит, на У крест, да? Где У – это унитарная матрица, так? Вот. Поэтому, если мы будем считать якобиан перехода от А к атетовому, то у нас, во-первых, будет некий сдвиг вот за счет вот этого, ну, У на вот это на У, да, это будет некий сдвиг, сдвиг наплевать. У него нет, ну, в смысле, якобиан единиц. Вот, а якобиан перехода, вот, значит, якобиан перехода от А к атетовому, это определители двух матриц У и У крест, да? В силу того, что они унитарные, они обратные друг к другу, они сократятся. Вот. Поэтому при калибровочном преобразовании вот это у меня вот сюда перейдет. Вот. Итого, я вот это так написал. И теперь я могу сказать, что, ну, давайте я сначала возьму вот интеграл по атетовому, вот, а потом уже по утетовому. Да? Вот. И тогда вот в этот интеграл по атетовому, вот это у меня от это зависит, вот это, ну и вот это я сюда перенесу, а это останется. Вот. И так как я по нему беру интеграл, мне уже на самом деле все равно, какое там тета. Я просто беру интеграл по полям. По полям А. Понимаете, я беру интеграл по всем полям атетовому. Вот. А тут я беру интеграл по всем тета. Вот если я фиксирую тета, да, то при этом тета я все равно буду перебирать все поля. Вот. А если я какой-то другой фиксировал, я все равно их все буду перебирать. Вот. Поэтому я пишу. Я просто говорю, вот я от этого заменю на под тем интеграл. Значит. Вот. Это у меня первый интеграл, вот это второй. Вот. Я их расцепил. Причем, вот этот какой-то интеграл, мы его будем считать сейчас. Вот. А вот это, вот тут на тета от этого ничего не зависит. Вот. И вот это некая константа. С точки зрения вот А. Поэтому. Причем она там бесконечная константа, потому что это такое? Это в каждой точке x объем группы. Вот тут от u ничего не зависит, да? Это просто по определению у нас там единица была, да? Вот, но этих точек x очень много. И вообще говоря, вот тут стоит какая-то бесконечная константа, когда мы функциональный интеграл определяем. То есть это некая, вообще говоря, бесконечная константа. Вот. И что мы видим? Мы видим, что наш функционал вот такой, производящий, получился. Это интеграл по А, вот, с дельта-функцией, которая фиксирует нам калибровку, и с определителем. Так? Ну и вот что было, то осталось. Вот если вы посмотрите на конечномерный пример, который я вам в прошлый раз делал, вот это ровно так и выглядит. То есть это интеграл по всем, вообще говоря, полям А, но там некая оболочка, ну, некая фиксированная поверхность, да, на которой у нас не, на которой у нас собственные числа не равны нулю, да, вот. И координаты перехода, якобиан перехода между переменными, которые диагонализуют вот наш оператор. Ну, это есть вот, ну, в смысле, вон он написан, определитель перехода, да, вот. То есть он, что нам говорит? Мы перейдем
как я вам писал, это дельта G по дельта U, да? Ну, вот это дельта G по дельта, ну, U, или тета, если хотите, да? Вот G у нас равны нулю. Это мы как раз перешли в тот базис, в котором переменные, у них, собственно, числа там нулю равны. Вот, это и есть... Ну, не какие-то, а вот эти конкретные, прям вот эти, да? 8 там их условий. Вот. И это все множится на какую-то там бесконечную константу, как и тогда. Вот. То есть, я понимаю, что я вычислять, когда буду свои операторы, функции Грина, да, это у меня будет z от g, там, ну, z от чего-то, вот, делить на z от нуля, да. И вот эти константы будут сокращаться. В частности, вот это будет всегда сокращаться, поэтому она мне не нужна. Вот. Вот так. И, собственно, еще один шаг тут нужно сделать. Вот это мы понимаем, что такое. Это некий, ну тут поля стоят, мы из них правила Феймана, в принципе, можем выводить. Вот этот оператор, значит, я только что написал, из них тоже можно выводить правила Феймана, да? Из этого дельта G. Осталось понять, как вот с этой дельта-функцией работать. Вот, чтобы работать с этой дельта-функцией, есть такой прием. Значит, равно. Вот я вот это буду все писать за константу дальше. Вот это все, это константы, которые на это все множатся. Значит, вот смотрите, я мог брать... исходно любые g, вообще говоря, да, вот, но если я возьму g и t от a, значит, раньше это у меня было равно нулю, а я вот, так, вот такие возьму, g и t от a минус b и t, ну, это от x все зависит, равно нулю. То есть это, ну, я переопределил g и t в некотором смысле, да? Я могу и так сделать. Никто мне не запрещает вот тут вот минус b от x написать. Все равно, когда я буду дифференцировать по тета, это b сократится. Так? Ну, вот здесь. То есть на всю вот эту часть, связанную с духами, это никак не повлияет. Вот. Ну, смотрите, вот тут я напишу минус b от x и t. Оно от тета не зависит? Поэтому сократится при дифференцировании. Вот. Значит, хорошо. А что здесь изменится? Вот тут вот будет минус b от x. Так? Вот я напишу. Значит, это интеграл dA e в степени i s от a а тут b и t от x минус b и t от x. Вот. Вот так. Теперь вот эта штука еще раз, не зависит от того, каким я выбрал g. Потому что g у меня появилось, вообще говоря, здесь в результате помножения на единицу. То есть вот тут, это я все вот z пишу, да? То есть у меня нет зависимости от g на самом деле. Максимум, что у меня есть, это вот тут, когда я делал всякие манипуляции, у меня могла измениться константа по пути. Да? Вот. Поэтому, если я свое вот это выражение проинтегрирую по b в каждой точке, вот, то что я получу? Оно у меня, вообще говоря, не зависит от b. То есть я получу исходное выражение, помноженное на некую новую константу. Понимаете, да? Она может быть бесконечной. Меня это не интересует, поскольку все константы сократятся. Вот. И могу даже проинтегрировать с любым весом. И вот стандартный вес, который люди берут, вот такой. Так, это у нас отдельная песня. Значит, b и t от x в квадрате. Вот. То есть это, вот этот переход изменит мне вот эту константу. Вот. Но такой интеграл я могу взять. Это будет некая константа на интеграл dA. Вот. E в степени is от A
Вот дельта жета. Вот, а теперь, если я беру вот этот интеграл функциональный, то есть я беру ее через дельта-функцию, да, то есть я вместо всех g ставлю, вместо всех b ставлю g, так? И таким образом я закидываю свои калибровочные условия в экспоненту вот сюда. Это мне, собственно, и надо, потому что я хочу, чтобы это были какие-то добавки к действию. Вот. Я получу i. То есть я получу помножить на e в степени минус i на 2 к си. А вот тут вот будет g и t от a в квадрате. Тыкс. Вот. Вот, собственно, это то, что хочется. Вот этот, да? Мне хочется все лишние вещи, которые пришли из-за того, что мы выделили калибровочные степени свободы, добавить к действию. Вот. То есть это будут какие-то вещи, которые изменят мне Лагранжан эффективно. Вот определитель я уже добавил, это какие-то новые поля там с каким-то там вот Лагранжаном, да? Вот. А вот эту штуку, дельта-функцию, я добавил таким образом. Вот. Итого, наш, ну я тут сотру, производящий функционал будет равен некой константе, которая мне не важна. dA dC с чертой dC, это я все то пишу, помножить на e в степени ES Young Mills от A, это было плюс ES, ну оно вот так пишется, значит, ну, я не буду писать аргументы, то есть c, там всякие, плюс и s фикс. Вот так. Значит, s Young Mills, я его тут уже писал, это... Чего? А потому что оно должно, не доросло, а вот... Значит, f меню A, f меню A, значит, s, чего там, ghost, ну, ghost это дух по-английски, да? Вот, то есть это Лагранжан действие духов, а фикс это действие, отвечающее за фиксацию калибровки, ну, то есть, который нам, собственно, дельта-функцию представляет. Вот. Ну, S-ghost я туда написал. Вот тут оно так. Ладно, S-fix сейчас напишу тогда. Тут. S-fix. S-fix. Вот это, соответственно, все вместе называется E-S-fix. Да? И для конкретной лоренцевской калибровки, вот что такое GIT? GIT это вот эти, просто мы D должны сделать, да? Поэтому для лоренцевской калибровки это у нас будет интеграл dx, dμ, а μ at в квадрате и минус единица на 2 кси, да? Вот, это лоренцевская калибровка. Я думаю, что наверняка вы вот это встречали. Но если вот я А закрою,
когда фиксировали калибровку в КЭТ. Вот. Но там, скорее всего, его просто написали, вот. А получается оно, в общем, вот так. Вот. Ну и SGOST – это вот это. Значит, вот это. Это, соответственно, и на SGOST. Вот. То есть наше действие состоит из трех частей для полей Янга-Милса. Собственно, и хорошо. Теперь правила Фейнмана. Значит, вот лоренцовская калибровка, я не стираю. Ну, не стер, да? Где? Ну, вот вот это? Вот это? Вот это? DX 4. Вот. Так. Ага, ну и тут тогда уж. Вот. Хорошо. Значит, с чего я начинал все это? Что если я распишу вот это f, то у него будет линейная часть, квадратичная часть такого типа, что это будет интеграл dx 1 вторая а мюа от x жменю d квадрат. Пардона. А, ню, а. От x плюс, значит, поправки с высшими степенями по а. Вот, я думаю, что я правильно написал знак. Ну, то есть тут будет две одинаковых скобки, и вы один раз по частям отинтегрируете, чтобы а вытащить, поэтому знак сменится. Вот, теперь. И вот у этого нет обратного оператора, поэтому мы не могли найти пропагатор, потому что вот такие вещи, типа там dnew любое альфа, оно просто переводит в ноль. То есть это нулевые моды. Калибровочный эквивалентный нулю. Вот. Теперь у нас есть член, фиксирующий калибровку. В частности, лоренцовскую калибровку. Это означает, что я вот это, если я проинтегрирую по частям один раз, у меня это перейдет в интеграл dx единицы на 2 кси, значит, тут будет а мю а от x d мю d ню сейчас что спрашиваете? Чего? Это я говорил, что вот если я вместо вот этого а возьму d0 альфа, то у меня d ню альфа, это ню, то у меня d ню на d ню даст мне d квадрат, это будет d квадрат на d мю. А вот здесь же меню d квадрат на d мю, они просто сократятся. Это означает, что есть нулевые моды, и оператор нет обратного. Вот. А как только я к этому действию добавил вот действие, фиксирующее калибровку, у меня добавился вот такой член, единица на 2 кси при вот этом. То есть вот тут у меня стало в сумме вот этих вот двух слагаемых. Значит, у меня стало, что S Young Mills плюс S Fix у меня будет такой. D4X, 1 вторая
амю. Так. Единица, минус единица на два кси, даже на одно кси. Вот. Соответственно, тут появилась добавка. Видите? И я думаю, что на кэде вы обратно к этому оператору должны были считать. Это пропагатор. Считали? Да. Отлично. Вот, поэтому пропагатор здесь будет, ну, в лоренцевской калибровке вот ровно такой же. Вот, как в кэде, за исключением, что вот тут видите, тут А стоит и тут А стоит. То есть это я могу написать вот тут вот дельта АБ, а тут написать Б. Да? То есть пропагатор глюона, он сохраняет цвет. То есть он пропорционален дельта АБ. Вот. Таким образом, теперь мы можем пропагатор найти. Вот, и, значит, я потихоньку буду правила Феймана писать. Правило Феймана – это следующее. Значит, ну, про пропагатор глюона я только что сказал. А мю А. А мю Б. Это что? Это интеграл D4P. Вот. А тут, соответственно, чего там? Минус. Вот, и тут некая структура из кси. Вот, p квадрат плюс и 0. Помните ее? Нет? А? Ну, обратную вот к этой. Вот. Сейчас скажу. Единица минус кси. Вот такой. Да? Ну, то есть я это проделывать не буду. Я думаю, что вы это уже проделывали. Вот, то есть обратить вот этот оператор. Вот, ну, хотите, можно как-нибудь проделать. Вот. Правильно? Должно. Вот. Хорошо, это пропагатор глюона. Теперь, ну, и обозначается он вот так. Такой вот линией. Соответственно, он идет там из А-мю в Б-ню. Там это Y, это X. Вот давайте сюда смотреть. Вот у нас есть поля этих самых духов. Как найти пропагатор для духов? Вот мы все константы связи убираем, то есть нет взаимодействия. Вот этого куска нет. Так? То есть оператор, который нужно обращать, вот он. Ну, на самом деле, минус еще сюда нужно всунуть. Ну, тут уже и у нас. Да? То есть это минус, вот, а я напомню, что и дμ – это пμ в импульсном представлении. Соответственно, оператор, который нужно обратить, это просто p квадрат. Вот, поэтому я и пишу, что для духов там c с чертой какой-нибудь а от x c b от y это вот на и p квадрат плюс и 0. Вот. И мне нужно дельта АБ. Вот. Вот такой вот пропагатор. И обозначается он, соответственно, вот такой вот пунктирной линией. Это для духов, да? Это для духов, да. А они тоже во внутренних таких коренях используются? А они как раз и только во внутренних используются, понимаете? Вот у вас есть диаграмма. Ну, что они возникают, только это некие лишние степени свободы глюонные, которые
ну, калибровочный, который мы должны там сократить, если хотите. Вот, значит, соответственно, это у нас чего там? X, Y, это тогда A, B, что ли, вот так. Вот что это. Это вот что. Это кусок глюонного поля, который мы не можем записать, ну, вот, вот в виде стандартном. Вот. То есть это лишняя поляризация. Вот помните, что, скажем, у фотонов есть 4 поляризации, да, а на самом деле физических-то 2, если он реальный, да. Вот. И это вот лишняя поляризация. Вот видите, это. Но это подробнее можно будет там на конкретном примере, когда вычислять духи будут, они будут сокращать некие лишние вклады, которые получатся из... Да, то есть у вас вклад, сумма по лишним поляризациям какая-нибудь там идет, и они ее сокращают. Вот. Можно вообще говоря это все через вот эти поля C не писать, а можно ну, неким другим образом вычислять вот этот детерминант. Мы это тоже сделаем, и тогда ну, это просто по-другому вычисляется. Так, вот, пропагатор я написал. Значит, ну вот отсюда сразу можно написать вершину взаимодействия. Это будет у нас что? Это вот у нас что-то такое будет. И тут к нему глюон подлетает. Вот. Что в этой вершине будет стоять? Заряд. Видно, да? Заряд будет стоять. И над μ это импульс. Все это будет по μ. Вот, по μ. Вот, и вот это t будет стоять. Ну или вот это f. Как вам больше нравится. Соответственно, вот я минус сюда воткну, этого минуса не будет, и будет просто g на t. T, A, C, B, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Все, что ли? Не все. И еще. Вот это. Вот. Или, если вот через F написать, то это, соответственно, G по μ на F ABC. Где вот это μ и B, вот импульс P, он вот здесь течет. Вот. Соответственно, это у меня A, это C. Так. Вот, это вершина взаимодействия духов и глюонов. Вот. Существует? Это несколько, некоторые задачи, которые идут к этому, к этой лекции. Вот. Ну, например, в КЭДе у нас духов ведь нету вроде бы, да? Ну, вот что будет, если я буду в КЭД вот делать все вот это? Все будет вот абсолютно так же, только вот тут, вот видите, F, A, B, C, да, стоит. А в КЭДе F, A, B, C равно нулю, у нас группа Абелева, они все коммутируют. Поэтому духи-то есть, но они там сами летают и не взаимодействуют с глюонами, ну, в смысле, с фотонами. Вот. Но, безусловно, можно ввести калибровку такую, что они и в КЭДе появятся, но не нужно, поэтому их и не вводят. Ну, иногда нужно, но мы об этом не будем говорить. Пока. Вот. Хорошо. Обычно бездуховые калибровки, вот эта калибровка Лоренц-инвариантная. Вот. То есть все тут инвариантно. Ну, то есть это импульс там и так далее. А, например, в калибровке, вот про которую я говорил, N на A равно нулю в планарной, да? Ну, вот тут пропагатор будет какой-то такой, и он будет содержать N там вот тут еще сверху. Вы его считали? Чего? N. Ну, N. Вот если я беру калибровку N на A равно нулю, да, то пропагатор, естественным образом, будет не только импульс содержать, но и N. А, и там можно будет, короче, выбирать кофейного. Нет. Там... Там... ну, вы можете выбирать любую, можно вообще там выбрать ну, совершенно из других соображений калибровку. Я, то есть не обязательно фиксировать его вектором на это. Вот. Можно как-то по-другому фиксировать. Вот в такой калибровке существует там некий выбор, что духов нет. Но тогда
вот эта калибровка, она не Lorentz инвариант. То есть вы бустируете там что-нибудь свое, а N стоит. И поэтому у вас ну, тоже некие трудности компенсирующие возникают. Зато духов нет. Ну, не во всех них духов нет, но в общем. Все, что мы должны запомнить, что духи — это некоторые степени духи, степени свободы. Глюонные, да, которые просто не удалось вот так записать и записали по-другому. Так, значит, мы выразили пропагатор глюона, пропагатор духа, вершину духа. Вот, пропагатор фермиона. Да. Чисто рабоче-крестьянские всякие там входящие. А входящих духов нет. Нет, я понимаю, но вы просто начали сразу с духов. Просто они написаны. А, окей. Вот, теперь это никому не нужно больше, я могу это стереть и там что-нибудь новое написать. Значит, вот у вас начальный глюон, вот у вас конечный глюон, да? Вот вы подрядиционный оператор считаете. У вас может быть кварк в петле, а может быть дух в петле. Вот, и пожалуйста. Да, их нет в начале, их нет в конце, потому они и духи. Вот. Не могут они там просто появиться, там, не знаю, две линии? Ну, вот пожалуйста, но как это, две линии глюонные, наоборот будет. Ну вот у вас вершина, после этого вы ее можете воскнуть куда хотите, куда влезет, да? Вот, духи взаимодействуют только с глюонами, поэтому в любые глюонные диаграммы, там, вот, вместо глюонной петли вы можете там... Что? Чтобы выходящие духи. Нет, выходящих духов нет, да. Так. Ну, считайте, что вы просто определитель так считаете, и все. Значит, вот SESFIX мы разобрались, она мне больше не нужна. Значит, вот здесь, значит, если я продолжу вот это равенство, значит, тут будет dμ а ню минус dμ а ню. Вот я целиком написал вот это. Значит, что будет, когда мы вот эту квадратичную штуку на вот эту помножаем, мы тут разобрались, будет пропагатор. Вот. Значит, что будет, когда мы вот этот кусок будем на вот эту квадратичную помножать, ну или наоборот. Это будет вершина, которая 3А содержит, 3 поля глюонов. Вот такого типа вершина. А, то есть уже такая вершина уже возможна. Когда? Ну вот она у вас написана руками. Вот раз, а, два, а, три, а. Нет, вот вы их перемножите. Ну, в смысле, она в Лагранжане. Она построена, исходя из калибровочной инвариантности. То есть калибровочная инвариантность определяет форму действия и, соответственно, вершины взаимодействия. Вот. Как она будет выглядеть? Значит, она будет выглядеть G, F, A, B, C. Ну вот оно, G, F, A, B, C. Вот. И тут будет один импульс. Ну, тут и действие, одно и вот сюда влезть будет, и D, это импульс, да? Значит, и будет один импульс, да. По μ некий. Вот. И потом, вот тут вот у вас их, значит, вот тут вот сколько их?
Вот смотрите, значит, я могу это на это, то есть это уже 4 там, да? Вот, 4. 4, 4, 4. 4 слагаемых у меня таких. Вот, плюс еще, когда я вот с внешними буду спаривать, я могу каждый раз, ну, одно из этих трех А спарить. Ну, и того у меня 6 комбинаций, да? Четверка сократится вот с этой, а 6 слагаемых останутся. То есть вот тут будет 6 слагаемых. Вот. Вот такого типа. То есть это чей-то импульс, ну и же альфа-бет там. То есть два поля просто с метрическим тензором, значит, сворачиваются, а третье поле с импульсом. Вот. Ну, чтобы комбинаторикой не заниматься, я вам ответ напишу. Вот. Собственно, я его просто только что переписал, ну не только что, из Пескина. Вот, поэтому можете туда глядеть. Это будет GFABC, значит, G-меню, камера СПРО, ну и циклическая перестановка, на самом деле, дальше. G-нюро. P минус Q мю плюс G ро мю Q минус K мю. Где все, вот скажем, входят? Все входят А мю, Б мю, С ро. Это К. Это P, это Q. Вот. Ну, то есть, если аккуратно за знаком следить. Вот. Вот, видите, 6 слагаемых. Ну, как и должно быть. Теперь. И последняя вершина, когда вот у нас вот этот член на этот будет помножаться. 4 глюона будет, да. То есть, это будет вот такая вот вершина. И пропорционально она будет g квадрат f ab e, я писал, f cde. Вот по e она сворачивается, но тут у меня по a сворачивается. Вот. Ну и, соответственно, тут будут какие-то g, да? Два метрических тензора. Сколько будет в ней слагаемых? Ну, 4 факториал делить на 4. Ну, 6 будет. Вот. Значит, я первых парочку напишу. G мю ро, G мю сигма, G мю сигма, G мю ро. А мю, Б мю, С ро, С сигма. Что? Вот эту вершину сейчас расписываем, да? Да. А это расписывали вот это. А, нет, это вот это все. Интересно. А? Получается, а, мю, мю и ро, это есть внешний вот эти? Да, мю, мю, ро. А, это индексы, которые... Ну, это у полей стоит мю. Вот смотрите, вот тут стоит мю, и тут стоит мю. То есть это будет p мю, действующее на вот это поле. Вот тут стоит ню, и тут стоит ню. То есть это я могу g мю написать, ну, g альфа бета. Тут альфа взять, тут бета. То есть вытащится g альфа бета. Вот они все так... Это или g, или импульс. Или g, или импульс. G берется оттуда, что вот эта свертка, вот это. Я могу ее написать как G альфа бета, а альфа а бета. Вот это G ушло в вершину, а эти поля там ушли, там, скажем, в пропагатор, который туда пришли. Вот. Ну и здесь также. Здесь, соответственно, будет по 2G и какие-то F. Ну вот дальше циклическая перестановка и таких вот скобочек 3 штуки.
Вот. Она нам, наверное, один раз в жизни понадобится. Вот, поэтому я ее не очень хочу писать дальше. Понятно? Что тут происходит? А не будет, потому что там импульс, он и съест вот эту. Вот тут вот и, а тут одно d. И d даст импульс. Вот. Ну или допишать. Я как-то лихо управился. Это вообще-то... Да. Ну ладно, еще не управился. F от CD пусть будет. F. Напишу. Я думал, что я гораздо позже с этим справлюсь, поэтому время у меня есть. АДЦ, АДЕ, МБЦЕ. Ну, вы это всегда можете проверить на последней странице Пескина, они просто написаны, это я их оттуда переписал, чтобы вот, ну, общий знак и в индекс нигде не попутать тут. Правильно же я понимаю, что если у них константа стоит в черном квадрате, да. Значит, ну, как бы... Следующий порядок, да. И то, что вы всегда не нужны. Нет, ну, если в первом порядке считаете, не нужны, а во втором нужны. Да. Сохранение цвета вообще. В смысле сохранение цвета? Ну, то есть вот глион взаимодействует не разных цветов. А вот же. Вот F не все, они все чему-то равны, такие числа. И они все причем антисимметричны. Например, красный, 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 у вас вылетит 0. Помните, F они разные. Вот. Вот эти F вам показывают, какого цвета, грубо говоря, глионы с каким будут взаимодействовать. То есть эта вершина, она выбирает какие-то цвета вот из всех своих, значит, с концов. Нет, просто интересно, что, смотрите, типа, если мы берем, да, там, вот для тройки, для трёхки, его там понятно, они должны все разноцветные. Ну, ой. Ладно, сейчас я допишу. Но тут же еще сумма по Е. Вот. Так, надо это дописывать кому-нибудь или вы? Хорошо. Значит, так, ну и фермионы в конце концов, да? То есть вот тут это вот чисто действие для Янга-Милса, а для фермионов. У нас, значит, линия, пропагатор. Значит, тут у нас что? P со шляпы плюс M. Значит, на... Вот тут вот, вообще говоря, и жи цветовые индексы, да? Ну, там, не знаю, и жи, да? Это пси, скажем, и от x с чертой жи от y. Вот. И вот такая вершина. Она и жи гамма мю теа. И жизнь.
соответственно, вот так. Вот, вот заметьте, что в электродинамике тут было минус, да? Минус и Е там, что-то там, да? Вот, здесь, ну, Пескин пишет с плюс, поэтому, ну, я тоже пишу с плюс. Вот, ну и все, наверное. Это по определению константы, все равно у вас в квадрате будет ходить. Вот, значит, теперь, если вам что-то надо посчитать, вот, берете, значит, правила Феймана, считаете, там, диаграммы, все как обычно. Так, то есть унификация для фермионов? Ну, матрицу Т. Матрицу Т вам просто нужно вот сюда вставлять, в вершину. Вот, которая определяет вам, какие, какого цвета кварки и антикварки, с какого цвета глюоны взаимодействуют. Так же, как вот эта матрица, на самом деле, Т большое, да? Это такая же матрица, только в других представлениях. Вот, которая вам опять-таки определяет, ну это А, Б, С, опять-таки, какие глюоны с кем взаимодействуют. Только вот эти вот линии, это, да. Которые кварки. Это кварки, это глюоны. Это кварки, это глюоны. Духи с кварками не взаимодействуют. Вот, наверное, все про правила Феймана, что нужно. Так, если все, то я стираю, идем дальше. Вот, а тут, если мы уж говорим, значит, для КХД, вот производящий функционал, то я должен вот тут дописать депси с чертой депси, а тут еще написать и s там кварковая, да? Вот, это будет z с КХД. Духи, кварки и глюоны, да. Кварки это антикварки, ну и духи с антидухами там. Вот. Так. Где? Это? Нет, через это мы все что угодно. Помните, мы тут источники добавим, по ним будем дифференцировать, будут вершины там и так далее. Да. Будет много чего. Вот. Будут любые функции Грина, вообще говоря. Если мы добавим источники, будем дифференцировать. Поэтому как только я написал z, я все типа знаю. Вот. Осталось только вычислять. Вот. Там ни одной а не будет еще, нет? Ну а, но в Африке а. Нет, куда? Я говорю, что вот тут. Где А еще? Ну вот да. Так. Вот это, чтобы, ну, мы подразумеваем, что когда мы пишем теорию возмущения, у нас константа связи мала. Вот. И никто из вас, на самом деле, не спросил меня один важный вопрос. А... Нет. А этот интеграл вообще сходится? Не, ну вот когда мы их все позакратили. Ну, сейчас я об этом скажу. Кварки. Называлось-то у меня. Ну, это называлось Евклидово время у меня в этом самом. Наверное, это лучше так сказать. Мнимое время.
Ну, хотя не лучшее название, да? Вот, значит, на примере скалярного поля, чтобы писать недолго. Значит, там интеграл dφ, e в степени и s от φ, это интеграл dφ, e в степени и, значит, тут 1/2 dμφ в квадрат, минус m в квадрат, φ в квадрате. Вот такая. Вот, значит, действие. Ну, производящий функционал, да? В нуле. Значит, вот. Что мы делаем дальше? Мы говорим, что, ну вот смотрите, проинтегрируем по частям. По частям я проинтегрирую. Это будет φ минус d в квадрате минус m в квадрате φ. Правильно, да? Я по частям один раз проинтегрировал, у меня вылез лишний минус. Вот. И что я скажу? Ну вот давайте... вот не хочешь, чтобы он сходился? Да? Вот. Не хочется, чтобы он сходился? Вот я когда буду интегрировать, φ у меня действительное поле, так? А m, ну, какое-то там число, вот, а положительное m квадрат, да? Вот это незнамо что, но оно будет дифференцировать, что-то мне давать, вот, и тут у меня стоит перед всем i, и не факт, что оно там вообще сойдется. Ну вот, вот я бы вот тут вот i0 какой-нибудь добавил с каким-то знаком, чтобы сошлось. Это с каким мне знаком надо добавить? С плюсом. Вот, тогда сойдется. Ну, φ у меня будет на бесконечность где-нибудь ходить и сойдется. Вот. Это приведет к чему? Пропагатор – это обратный вот этот оператор. Соответственно, пропагатор минус d в квадрате – это p. Пропагатор у меня будет единица на p в квадрате минус m в квадрате плюс и ноль. То есть вот эти вот и ноль – они тут, из сходимости. Вот. То есть, если бы я вот тут написал минус и ноль, у меня было бы страшно и нехорошо. Вот. Вот. То есть, один из способов вот, вычислять вот это все, в который мы используем в теории возмущения, мы вот тут вот дописываем всякие плюсы и нули. Вот. В пропагаторах. Они у нас становятся, ну, в смысле, вот сюда мы их дописываем, они у нас становятся в пропагаторы, и тогда мы начинаем все там вычислять в теории возмущения. На самом деле, можно поступить по-другому, сказать, что, ну вот смотрите, как мы фейнманские диаграммы считаем, мы там делаем некий виковский поворот, ну вот делали вы, но вы его, скорее всего, делали в импульсном представлении, да? Вот. Да, у вас был, значит, вы по ноль там меняли на там и по ноль, или минус и по ноль. Вот. Я вам пару лекций назад говорил, что Фурье от вот этого, это будет и вот так, наверное. Ну вот, если я массу занулю, да, потому что если я массу не занулю, Макдональд будет. Значит, единица на p квадрат плюс и ноль в Фурье даст мне единица на x квадрат минус и ноль с каким-то коэффициентом. Помните, говорил? Вы считали с Михаилом Геннадьевичем вот это вот? Так я видел, что вы там вильсоновские линии считали. То есть вы подставляли это туда? Мы туда это подставили, не досчитали, но мы это... Ну, досчитали, не досчитали, но это вы откуда-то... Что вы подставили-то, собственно? Ну, короче говоря, вот это Фурье можно взять, но если хотите, можно сейчас взять. Хорошо, я сейчас расскажу одну вещь, которая мне нужна, важная, а потом, может, и возьмем. Значит, вот x минус и 0 будет, да? Соответственно, это что такое? Это единица на x0 в квадрате минус x вектор в квадрате минус и 0. Вот если я буду смотреть на x0 на мое время, вот x0, то x0
у меня имеет два корня. Соответственно, x-вектор в квадрате, он будет с плюс и нулем. Вот так, два корня, да? То есть это вот у меня 0, вот тут у меня чего-то, плюс и 0. Вот такие два корня. Вот, вот в импульсном представлении обратная была картинка. Вот. И поворачивать, соответственно, если я вот так вот иду, по x0 интегрирую, мне нужно вот сюда. Вот так делать. Да? То есть в контур вот так поворачивать. И, соответственно, я буду интегрировать по мнимой оси. Вот отсюда название, вот то мнимое время. Вот. Да, то есть... Это то же самое, что мы делали с... Вы делали в импульсном, я говорю про координатное, да. И я могу это сделать сразу. Вот тут. Прямо в функциональном интеграле. Вот. И это второй способ регуляризации вот такой вычислений. Значит, вот давайте я его тут проделаю на этом же примере. Значит, что мне нужно сделать? Даже, чтобы вот это вот все лишнее не писать, я на действие его проделаю. Значит, и s равно интеграл dx0 минус до плюс бесконечности, интеграл dx вектор. Значит, зачем я это делаю, вот одно из... Например, если вы будете что-то считать на компьютере, да, то вот это вот очень, как бы не очень хорошо. Вот. А когда вы перейдете к эвклидовому времени, так сказать, спойлер, вот тут вот будет минус s евклидова, которое будет хорошо определено. Это будет экспонентопадающее. Поэтому это можно будет уже считать. Вот. И так вот считается решетка. Вот. Значит, давайте увидим это. Значит, что будет? Будет 1/2. 1/2 и на 2. Значит, d по dx0 фи в квадрате минус набла фи в квадрате минус m в квадрате фи в квадрате. Значит, я делаю поворот вот этот. То есть вот мой контур шел вот так по x0, я его заворачиваю вот сюда. Значит, ну вот сюда. Вниз. Значит, он был такой, я его делаю вот таким, идущим вниз. Это значит что? Это я пишу 1/2 интеграл dx0, значит, от и бесконечность до минус и бесконечность. Или наоборот, от и бесконечность до минус и бесконечность. Остальное переписывается. Dx вектор. Значит, фи по x0 в квадрате вот. Теперь я делаю замену x0 это, соответственно, минус и тау, чтобы уж точно не ошибиться. Да. Вот, это будет d tau, значит, вот тут вот минус i вылезло, d tau dx вектор, значит, здесь минус вылезло, минус фи tau в квадрате минус на было фи в квадрате минус n в квадрате фи в квадрате. Так, чего потеряли? Сейчас напишу. Вот это и потеряли. Вот тут и стоит, а вот тут уже и я забыл. Вот и соответственно. Вот какие пределы? Вот с первого сигнала. Вот я поменял пределы, так? Вот я заменил переменную. Соответственно, пределы вернулись. А и минусы вылезло. А какой там предел-то заменили? Я повернул.
То есть у меня был вот такой контур, я его повернул вот туда, а потом заменил переменную, чтобы она у меня ходила от нуля до бесконечности, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Вот, и что я вижу? Я вижу, что вот это минус и на и даст мне единицу, у меня будет минус интеграл d4x Евклидова, напишу. Вот. Вот этот минус я вытащил. А тут будет dφ в квадрате плюс m в квадрате. Фи в квадрате. Где? Где, соответственно, x Евклидова 0 – это вот наша тау, а d Евклидова там в квадрате – это d тау в квадрате плюс набла в квадрате. Вот, и это я назову минус s Евклидова. Понятно? Это. Вот. То есть я на самом деле сделал просто поворот сразу, так сказать, в интеграле, вместо того, чобы делать его там при вычислении феминских диаграмм. Вот. И получил минус s Евклидова. А s Евклидова, я хочу заметить, что оно хорошо определено. Это, ну, некая там положительная величина, да, и при ней стоит минус общий. И это все стоит в экспоненте. Поэтому вот это вы можете просто считать. То есть, что такое функциональный интеграл? Это у вас есть какая-то там решетка, в каждой точке у вас есть поле. Значит, по этим полям вы вычисляете вот свое евклидово действие. Значит, берете вот этот интеграл, ставите его в экспонент, у вас что-то получается. Да? И вы вот так суммируете, суммируете, и будет. Пример. Если у вас решетка 10 на 10 на 10, ну вот точек, сколько интегралов вам считать? Одно? Потому что решетка-то по x, y, z и t. Значит, вот тут вот типа 10 в четвертой интегралов, да? И плюс, чтобы посчитать интеграл, нужно сколько-то точек на него там, да? То есть это много считать. То есть 10 в четвертой интегралов, наверное, точек? Ну, я не знаю, считают их методом Монте-Карло, вот, поэтому там как бы по-другому, но я к тому, что вот это очень ресурсоемкая вещь. Считать функциональный интеграл. Но в любом случае его считать нужно вот в мнимом времени. То есть если вы хотите считать вот на компьютере, вы должны вот проделывать вот такие процедуры. А если вы будете делать КХД, то вот тут вот, вообще говоря, раз, два, тут их сколько-то там по цвету, по Лоренцу, тут их по цвету, по Лоренцу, тут их по цвету, по Лоренцу. По Лоренцу. Ну, естественно, да. 8. Много. 32, да? Это я вот гляну к следующему занятию, сколько там сейчас посчитано. Ну, немного. То есть вот эти вот 10 на 10 на 10, я думаю, это вполне себе там близко к пределу. Вот. Хорошо, а вот этот квант решетки, это что есть? Это реально какое-то расстояние, например, или что? Не, ну вы какое возьмете, то и будет. Вот давайте решетка у меня следующая лекция. Вот там. Просто нет, мы все говорим про решетки, а вот у нас, ну, через на, шаг на третьей лекции у нас были, когда мы типа, поля, ну, скрябля поля, да, сказали, что вот у нас есть решетка, то есть, да, да, система, да, координат, да, в каждой точке задано поле. Вот. Это вот, вот эта штука, или это мы совсем правильно? Ну, вот это да, например. То есть вот это произведение интегралов, да, в каждой точке у вас свой интеграл. Мы хотим свести задачу, дискретную задачу. Да, да, именно так. И решить ее для... Нет, подожди. Мы хотим найти просто решение задачи вот в этом пространстве. Да, в этом пространстве. То есть когда вы будете, вот реально люди что делают, считают? У них нет бесконечной решетки. Они вот какую-то там берут, вот сколько-то, на сколько-то, на сколько-то. И вот в ней ваш функциональный интеграл, вот, вот у вас шаг есть, это просто конечное число интегралов. Оно большое, но конечное. Вот, и вы их должны просто брать. Вот.
Вот так. Вот в следующий раз мы возьмем вот это. Фермион я вам не буду на решетке рассказывать. Это песня долгая. Вот. Ну, собственно, я вам расскажу глюоны. Вот. Я вам глюон расскажу. Конкретно там как... чего. Так. Все? Вопросы есть? Еще раз последний.